Воду горит. Перед камерами сидит, хлюпает и водянистая. Я его трону, если трону, он на меня кинется. Ну, а мне чего от этого? Я знаю, что убивать нельзя. И так говорит, на войне не убийство. Василий Великий говорит, и убийство на войне. Убийство. Наказывается эпихимией, 3 года отлучается от церкви. А кто защищает будет? Ты от начала первый вопрос разбери, что это убийство. За это наказывается, на 3 года от причастия. А почему не делали, чтобы императора не обидеть? И при том берут Георгий Победоносец. А где он? Военный был. В какой армии это был? Все войны захватнические были. У самого лютого гонителя христиан. Лютого гонителя, у Диоклетиана. А до этого был Троян. И когда арестовали там одного, то оказалось, в его войсках 11 тысяч христиан. Дивизия убийц. И нигде это не осуждается, это все нормально. Ну а где? Они непобедимые были. Ну непобедимые где они шли? В Персию. Зачем? В Болгарию. Воевали. Воевали и убивали. И убивали, ни одного ко Христу не приводили. Ни одному слова не сказали. Ну и где эти? Все эти империи рухнули. Нет, империи. Нельзя воевать. А у меня материал о том, что нельзя воевать. Там и Рон. И он не пошел, скинул с себя одежду военную, дали. Он говорит, я за Христа буду подвязаться. Ему явился некто в белой одежде и сказал, правильная дорога, идешь, Иерон. А Ленин подхватил и написал, правильная дорога, идете, товарищи. Мы едем на машине, а мужик стоит у мусоросборника, у ящика там, и танцует, пляшет, а над ним Ленин стоит, правильная дорога, идете, товарищи. Это тоже фраза такая, под нее легко попасть. Другое дело за Христа правильной дорогой. И особенно Андрей Стратилатор. 2800 у него было, уверовало. И они, воины были, могли защититься. Нет, говорит, они мечи свои оставили. И за ними послали в погоню. Они шли в ущелье, с одним входом выхода нету. Но он призвал их и говорит, умрем, как Стефан. И голову склонили, и они их в короткое время всех посекли. 2000 с лишним человек. Житие святого Андрея Стратилата. В житиях есть, а его нигде не пропагандируют. Почему? Потому что, представьте, Гитлер напал, ему голову сложили. Но мне говорят это, вы говорите, не воевать, а Гитлер забирает там все. Ну а почему ты берешь Гитлер? Возьми немножко раньше. Люди грешили. И поэтому, чтобы наказать людей, Бог дает зачаться в семье Шейкер-Грубера мальчику, которого назовут Адольфом. А если бы жил, он не родился. Не родился, не завязи не было. Вот оттуда надо начинать. А если бы не Гитлер? Ну, это значит, Геринг пришел. Гельд, значит, Гиммлер, Гесс, Гейдрих, кто-то пришел бы все равно. Потому что мы согрешили и не покаялись. Вот так надо рассуждать. А не то, что мы как-то избежим. Избежали, сталинская тирания хуже фашистской была. Вот все надо рассматривать с позиции вечности. А как оттуда будет? Они не воевали, их не пропагандируют, ничего. Я нигде не встречал храма, не встречал человека, которого звали бы Иерон. А это святой. Святой отказник не пошел воевать. А Георгий Победоносец везде. Это Георгий, любимый у грузин. И сама страна называется страна Георгия, Джорджия. Это Грузия. И у них, кажется, 360 с чем-то храмов, и все Георгии называются. Насколько доставляют, не знаю. Это как, кто видел фильм такое, «Птичка-то певчая», «Королёк, птичка певчая». Турецкий фильм. Турецкий.
Все я вспомнил. Хороший фильм. Когда человек верует, у него все как-то складывается не так, как, какая она была. Вот такая же он была. Вредная девчонка. Кто у стула ножку отпилит, кто на крышу доберется. И потом выросла, тоже она капризница. Хороший фильм турецкий. Такая музыка. Научиться там можно тоже чего-то. Как они их старались свести. Всем нравилось, что они дружат. А они как, разлаживаются и все. Опускай, Леша. Все? Влазим на салат. Господи Боже наш, слава Тебе. Велики дела Твои. И сей воскресный день позволь нам собраться и выслушать святое Слово Твое. И жить по Святой Библии, как заповедал нам Дух Святой. Тебе, Господи, слава за все отечественный Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Девочки, кто оставил свои сандалии? Торопилась. Да,